Продолжаем играть в заброшенный колхоз. Но теперь у нас добавилось две машины. Это Land Rover Defender 90 и Land Rover Defender 110. Я уж так уж взял за 250 рублей это дополнение. Посмотрим, что они нам могут предоставить по ассортименту. И продолжим проходить карту. Багажник уровень 8 требуется. Ладно. Мигалки на штанге. Противотуманки. Так, ну ладно, прокатимся немножко. Поедем искать грибников на этом. Мы там припаркуемся. Еще посмотрим, который постарее. Так, Defender 90, который постарее. Но тут более такой аутентичный, что ли. Ну, давайте попробуем на этом прокатиться. Поехали. Чё-то он как-то руки перебирает неправильно чуть-чуть. Ну, смотри, сцепление с трассой классное, тихо, только вот штевает. Классное сцепление с дорогой, но на полном приводе надо ехать. Уже вмяли зад, охренеть. Дорога кривая. Носить начинает на скорости. Так, нам надо куда? Давай доедем вот до этой вышки, попробуем.
Попробуем открыть карту. Ты ёпти мать. А как? Так... Что? А, это какие-то завалы. Камней, вот оно что. Ну-ка, давай тогда к этой. Тут тут какая-то херня, видишь, насыпана, сюда не проехать пока что. Ух ты. Угу, это на другой стороне реки. Не очень. Давай продадим. Не стоят они того. Поехали на колонне. Почему-то вот все, что делают разработчики, платно. Что-то как-то не знаю, не особо. То есть, а как нам... Нам надо вообще починить мосты, да, оба моста, чтобы смочь переправляться отсек порт. Сюда поехали.
Так, надо еще как-то вот это убрать. Наверное, тоже лэп чинится как-то все это. Ну-ка давай глянем по контрактам. Что-нибудь с лэп связано. Здесь Колымага, компания. Установить цвет мед. Нет, такого нету. Крупногабаритный груз. Портуля, ага. Так, строительный мусор, песок, свалка. Понятно. Лесоповал. Буксировать. Погрузчик на лесоповал. Отремонтировать технику. То есть надо сначала приехать отремонтировать, потом каким-то хреном утащить. Тащить его вот сюда, лесоповал. То есть, и по сути так-то, наверное, дорогу вытащить сюда вот. Или как-то вот тут. Интересно, интересно. Сейчас нам надо вот сюда как-то выехать. Поехали вот сюда, сейчас сюда. Потом тут дорога кончается, да? Сюда, сюда. Сюда, сюда. И вот сюда приедем, сделаем с генератором. Дорога, а? Охренеть. Сюда больше не поеду. Только ради вышки сюда приезжал. Ну, собственно, наверное, здесь только ради вышки это и есть. Thank you.
Ух ты. Без колонны надо будет объезжать глубоко. Так, это будущая заправка. Куда эта дорога-то идет? Куда выглянем, посмотрим. А, металлические рулоны забрать можно будет. Понятно, с поезда, который там.
Что-то придется грузы собирать с этого, с поезда. Участки вон дороги чинить, он прокидывать с краном. Ну, это, в общем, жестко так-то. Карта там долго. Даешь электричество. Найти аварийный генератор. Запустить генератор. Припарковать генератор. Нашли генератор. Запустить генератор. Поедем огневиков сделаем и поедем мышку откроем. Тихо, ну что ты?
Доставить обратно домой деревню этих гримок. А. Ну не зря у нас кузов с людьми. Ты свою мать. В смысле заправить машину председателя? Так мы же сделали. Оно это мы уже проезжали, просто оно это мы уже делали, это наверное все правильно. Просто эти метки остались. Сейчас как сделаем, подхватим грибников, доедем до вышки, поедем обратно. Поедем кататься. Поехали к вышке, что проедем.
Ну и болото, пиздец. Мы заработаем на БТР. Хотя, когда мы заработаем, к тому моменту уже БТР-то не нужен будет. Целая машина грибников. Ёпта мать. Нагрелся. Ух ты, дома. Может, вас тут высадить? Кавас. Автобусная остановка? Что? Для кого она тут? Угу, а как? Ну, поворачивай ты, ну, вот. Из этих листьев пиздец производительность падает. Вышка упавшая. Завод металлоконструкции, склад. Угу. Участок склада. Мазяка.
О, а здесь моста нет. Блять, здесь моста нет. Понтонный, что ли? Нам надо сейчас вот сюда обратно, обратно, обратно на дорогу. Выехать сюда и выехать сюда, привести их обратно. Не видно ни черта сюда вот. Едь, едь, едь. Этот знак остановился. Фу, знак соебнулся. Надо Кадиаку починить подвеску. Сломанный стоит. National Transstar для покупки. Нет, спасибо.
Так, ну это уже другое дело, на подвеске хоть. По заданиям. О, обрыв линии электропередач. А вот это. Перейди с территории заброшенного завода ТУ-108. Ага. Забрать со склада необходимое, восстановить первый столб склада. Бетонные блоки. А, с этого склада бетонные блоки забрать. Так, интересно. Забрать со склада необходимо, установить второй столб. А, первый столб. Второй столб. Понятно. Принять. Теперь едем за тузом. Сделаем. На миленьких колесиках. Так, сейчас пересядем сюда. Такие маленькие колесики. Колеса-то нормальные.
Ладно, блоки. Присаженный нельзя.
Так,
столбик почему? Глушим пока что так. Вот, можно будет АЗС-ку. Надо песок. И цемент. Песок и цемент. Так, нам нужно теперь вот это дело забрать. Взять и забрать. Поедем мы, скорее всего, на Захаре. Да. Нам надо, главное, добраться до него, а там уже само как-то. Само как-то вообще. Так. Куда необходимо отвести в неведенную эксплуатацию АЗС. Наверное, проедем. Если даже сядем. О, куда полетел?
хардкорный райончик. А пока пусть и поехали. Морковь или кто тут у нас, непонятно. Колымага огромная. Ну-ка, прокатимся. Двенадцатый уровень, осталось 11 еще опытом. Угу. Ладно, тебя мы пока просто уберем в гараж. Так, теперь с этим заданием. Песок, цемент. Нужна рампа эвакуатор, высокое седло, верхний багажник, платформа, так.
электро, мощно, конечно. Но вот колесики у нее, конечно, так вот в сторону за ее подвески независимые. До заправки доедем и закончим. Потому что уже спать. Сейчас. Так, это вот дорога наша нелюбимая.
Ёб твою мать. Давайте еще песка довезем. А не цемент. Ну что, попадется.
паркуемся. Глушимся. В общем, доделаем это здание в следующей части. Сделали много. Играем много. В общем, все. Всем до следующей части.